Эй, всем привет, друзья, ребята мои, юные любители Майнкрафта. Нет, все-таки лампочку-то я включу, хотя бы по минималочке, пускай будет работать. Версия у нас сегодня с вами будет 1.16.5, и вновь у нас с вами очередной мод от нашего друга, который в прошлый раз отозвался в комментариях, сообщив и сказав о том, что это был его мод. Джанипер у нас с вами будет сегодня, Джанипер Ти, а вот он, собственно. Разработчик у нас с вами Зерц. Зерц, как-то так, это просто прости, если я неправильно произношу твое имя, не хочу коверкать, пытаюсь как могу. В общем, что он у нас с вами добавляет? Давайте возьмем с вами, в принципе-то, режим выживания, нам с вами не нужен, творческий режим. Он добавляет у нас с вами можжевеловую ягоду, которая дает возможность некоторым шансам с хвойной листвы выбить ту самую вот эту ягоду, при помощи которой можно приготовить чай, который будет 3 очка голода восстанавливать. Вот. Вот. Правильно я все сказал-то? Правильно? Да, совершенно правильно. Окно крафтинга у меня тоже, в принципе, есть. На втором мониторчике оно у меня имеется, открытое. Так, наверное, потому что прогружается сейчас такой у меня просад FPS, да? Ну да, вроде ничего не майнится мне. Хвойную листву давай с тобой здесь быстренько отыщем. А хвойная листва у нас, по-моему, это, подождите, с некоторым шансом, который может... С некоторым шансом хвойную листву. Хвойная листва же это деревья, это правильно, нет? Или я что-то уже не понимаю ничего. Это елки ели. Причем с некоторым шансом. Давайте какое-нибудь дерево туда поищем и продолжим. Что, я не буду зря вас напрягать-то, ребятушки. Правильно? Правильно, конечно. Короче, тут на осу, ребят, нарвался. На пчелу, не знаю, как ее поймешь назвать. Короче, сначала не понял, что это было. А это, оказывается, ребятушки, знаете, что бы это было? Она, видите, злая теперь на меня летает. Ну, красная, все краснущая. Давай, убегай отсюда, все, лети отсюда. А, все, больше не кусает. Короче, что-то на дереве висело, а это, ребятушки, знаете, что оказалось? Вот это был нежданчик, конечно, лютый. А это оказалось гнездо осиное. Но оно больше на шмеля, по-моему, похоже, а не на пчелу, не на осу. Потому что слишком толстущая какая-то. Ох, это было стрёмно. Я смотрю, что-то там на меня вылетает такое злобное, такими красными усищами, носищами смотрят. Хвойная листва. Подождите, ничего не нашел. Вот он, вот он. Можжевеловый чай, сейчас у нас с вами будет. Ягоду мы с вами уже нашли. Juniper Berries. Можно ее съесть, кстати говоря. Давайте съедим одно. Ох. Правда, восстанавливает она таким образом очень мало. Нам потребуется миска и 4 можжевеловых таких вот чайка. Чаечка. Только, правда, сейчас начнется ночка. И меня здесь, я боюсь, просто накроют. Ай! Что так запищало, затрещало? Погоди, а миску-то как сделать? Ой, я не помню, как миска делается. Давай. Ну да, шанс на самом деле выпадения ягоды весьма такой большой. То есть одного дерева, по сути, может выйти примерно... У нас с вами выпасть даже где-то примерно 3, наверное, таких ягоды, 4. И нормально будет, хорошо все. Уже начинается темнота. Мне это не нравится, потому что у меня нету ни угля, ничего. Давайте я, пожалуй, еще поломаю чутка. Вот, еще одну нашли. Давайте, 3 из 4. Все, и пойдемте отсюда прятаться. В пещеру. Вот здесь у нас как раз с вами свет. Нас никто не найдет. Все, вот здесь встанем и будем стоять. Так, давайте, палка. О двух концах. Нет, я не могу ничего сделать-то. Еще дерево понадобится, древесина. Нужна древесина. Короче. Чай восстанавливает у нас с вами 3. Метки. У меня просто нет, к сожалению, дерева, ребят. Короче, вы ставите по центру миску в окне для крафтинга. В окне для крафтинга ставите на... А, это нужно нам сам верстак еще будет. В окне для крафтинга ставите по центру миску. И сверху, слева, справа и снизу ставите можжевельник. 4 штуки. После этого у вас будет миска с чаем. Вы ее выпиваете. У вас останавливает, сколько написано? Это 3 очка голода. Все. А также 10 единиц насыщения. Вот. Вот так вот, ребятушки. Так что, на этом все. С вами был Ашуранг. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро увидимся. Не переключайтесь. Да, я понимаю, что я не показал вам, как сделать эту миску. Ничего необычного вы не увидите. Обычная будет миска, только с чаем. И все. Вы его выпьете, и все будет у вас классно.
Так что скоро увидимся, будет много всего крутого. Ребяточки, не переключайтесь, до новых встреч. С вами был Чуранка, вот много всего крутого. Гайды, летсплейчики и все-все-все прочее. До новых встреч и пока-пока. Видишь, как хотел нажать пораньше, но чихнул в итоге под конец. Хотел нажать пораньше. Так что до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все будет классно у нас с вами и круто. До новых встреч, ребятушки.